The Spearing of Tengri в Алматы прошел международный музыкальный фестиваль, который вновь собрал тысячи поклонников этнической музыки из разных стран. Фестиваль уже 11-й год. В том году был юбилейный. Мы перевалили за количество 100 стран-участниц. В этом году у нас есть новые страны. Они очень популярны, но впервые у нас на фестивале. Это Молдова и это Германия. Также у нас новая страна, которую мы открываем, это ЮАР. В программе и рок, и джаз, и грув, разнообразие стилей и жанров. Единственное условие – каждое произведение звучит в духе этно. Людям сейчас не хватает вот этого тепла, интереса. А здесь вот открывается человеческая натура, настоящая, природная все. Гости фестиваля могли не только насладиться звучанием живой музыки, но и посетить этногородок. Пока одни примеряли национальные украшения, другие сами мастерили их в юртах, создавали маленькие текиметы – казахские войлочные ковры. Работа с кошмой и войлоком – это наследие наших предков. Шерсть до сих пор обрабатываем по старинке. От начала до конца вручную, никаких машинок. Баранья шерсть отлично сцепляется. Так и получаются эти удивительные полотна. Акжол – один из главных перформансов фестиваля в этом году. Любой желающий мог создать свой узор на этом большом войлочном ковре. На 20-метровое белое полотно, символизирующее казахскую степь, ушло больше 30 килограммов шерсти и 100 литров воды. Гости фестиваля также приняли участие в национальных играх. В руках мерей асыки, вываренные бараньи косточки, покрашенные в разные цвета. Ловкость рук и никакого мошенничества. Это без асык. Здесь главное не торопиться, игра не терпит суеты. Учит терпению, точности и развивает моторику. Бывает, сядешь немного поиграть, смотришь, а прошло уже несколько часов. The Spearing of Tengri – масштабное путешествие по разным эпохам и странам, где главный проводник – музыка. Леонид Кипа, Надежда Базюкевич, Александра Салмина, Асхат Тастанкулов, Евразия культурна.